кокосы, киви целуются. Кокос угощает киви вкусняшками. Я спряталась, чтобы заснять эту сцену ухаживания самца за самочкой. Сегодня я наблюдаю такие нежности не первый раз между кокосом и киви. Но до этого кокос киви гонял. У них была кладка и даже не одна. Но яйца были неоплодотворенные. Но я первый раз вижу вот такое вообще нежное отношение кокоса к самочке. До этого киви всегда старалась сесть поближе к кокосу, проявить к нему какое-то внимание, на что кокос ее просто нагло гонял. И я вообще как бы хотела сказать про кокоса, что характер у него такой, ну вот прямо нарцисс. Вот любит он себя, красивого, любимого, и в купалку киви не пускает, и к яблочку ее не пускает. И, собственно говоря, о, опять 25, видите, перехвалила кокоса. Собственно говоря, я очень надеюсь, что все-таки киви его уговорит, его сердце смягчится, сейчас весна. Валера, несмотря на то, что у него ножка заболела, он поет песенки для Триши. Ну и, может быть, вот вся эта весенняя обстановка любви, заботы и внимания к друг другу между нашими питомцами повлияет каким-то образом в положительную сторону и на кокоса в том числе. И все-таки, возможно, у нас появятся птенчики от этой великолепной, красивой пары кокариков. Так как киви проявила себя как очень заботливая мамочка. Она сидела на своей кладочке 21 день, ухаживала за своими яичками. Но так как они были не оплодотворены кокосом, птенцов у нас не произошло, к сожалению. Вот такие нежности меня очень вдохновляют и вселяют в меня надежду о том, что все-таки, возможно, что-то у нас и получится. Ну и Валерочка молодец. Валерочка ухаживает за Тришей, поет ей песенки. Ну как ухаживает? Пока поет песенки. Ну, это уже хорошо. Песенки у Валеры — это как раз-таки начало того, что Валера вот таким образом ухаживал за Лерой. Именно начиналось все с того, что Валера пел очень красивые песенки. Так что держим кулачки за наших красивых птичек и ждем возможного появления потомства. На этом всем пока-пока и до новых встреч!